Віро, привіт тобі, чи чуєш ти нас? Бачимо ми тебе принаймні. Скажи, за той час, поки ти була в цій громадській раді, опитувала свідків, і от зараз, аналізуючи весь цей матеріал, чи ти можеш сказати, головні свідчення, головні матеріали, вони зібрані, з них можна зробити якісь висновки, хто за всім стояв, хто провокувався? Бо і так, є одна особа, Фучеджі, так, який переховується, екс-начальник міліції, але чи можна докопатися до тих, хто йому віддавав накази, хто це провокувався? Я 3 мая еще говорила, что я отдавал приказы Фучеджі, и наконец-то этот человек покинул ряды. Что здесь с звуком у нас? Слышно меня? Алло. Чути, але дуже-дуже тихо. Якщо можна, або голосніше говори, або от я не знаю що. Давай спробуємо голосніше говорити. Повторю, что начиная с 3 мая я говорила, кто давал приказ убирать Греческую площадь, то есть непосредственно место преступления. Это человек, который работал под покровительством известного вам замглавы МВД Сакала, у которого сейчас неприятности. И, соответственно, вот наш начальник следствия Цветков, который отдавал приказы Фучеджі, отвечая на твой вопрос, вместе с Сакалом покинул ряды правоохранительных органов буквально 2 назад. Но это произошло не потому, что его привлекла генпрокуратура или установили факты его причастности там, к бездействию милиции 2 мая, а просто потому, что у Сакала возникли неприятности. Дивись, а зараз ти бачиш, що реально є бажання там київської влади і місцевої влади Одеси, і місцевої міліції, прокуратури все-таки цю справу розкрити? Чи все-таки, видається, що це так позірно, тому що ми бачимо, що є прес-конференції чи ближче до 2 травня, тим більше вони там звітують, що ми от розкопали це, але реальних результатів все одно поки що немає. Ну смотри, я би розділила ті епізоди, які були передані в суд по событиям 2 мая, з тим, що відбувалося далі, тому що у нас действующих около 15 производств, это те, которые слушаются уже в суде, то есть это те события, которые происходили после 2 мая, когда пытались вербовать диверсантов в Россию для подготовки, так называемое дело зеленого фургона, когда отправляли боевиков в Донецк, Луганск воевать. Это и Дмитрий Янковский, это реальный диверсант, агент ФСБ, которого вербовали, в чем он сознался, он получил реальный срок 4 года уже. И я прошу обратить внимание, что еще у нас есть человек, который 2 мая стрелял со здания Афины на Греческой. И будучи сам выходцем Западной Украины, адвоката этому человеку, как и многим другим, нанимал Виктор Медведчук, по словам очень многих очевидцев. Я прошу прощения, вынуждена это озвучить, потому что не будет, может быть, такой возможности. Так вот, если сравнивать эти эпизоды, то, что передавали в суд, по крайней мере, то, к чему имело прикоснулось следствие СБУ, по крайней мере, это по тому же Янковскому, который получил реальный срок, там хотя бы убедительные обвинения, понимаете? То, что касается того, что расследовала милиция и прокуратура по эпизодам 2 мая, не может человек, который приказал убрать Греческую площадь от следов, не может он же составлять группу следователей. Это невозможно. Соответственно, то же самое 4 мая, если вы помните, когда мы с Гришиным, с твоим коллегой, с Олевским и с Азаром просто прятались в тот момент, когда отпускали сепаратистов с ТВС, руководил этим процессом не Фучеджі, руководил этим процессом замминистра Чеботай. Теж известний вам. Тобто Сергій Чеботар, якого, власне, біля будинку якого і напали на журналістів. Який зараз заступник міністра, який каже, що в мене нічого там немає. При таких обставинах важко вірити в те, що хтось намагається розкрити дійсно справу, хто за цим всім стояв.
Ну, тут нужно понимать, что почему скинули на Фучиджи. Фучиджи свою роль отыграл. Опять же, если бы одесские журналисты при всем уважении внимательно бы, ну, хотя бы посещали открытые судебные заседания по этим всем эпизодам, после 2 мая многие диверсанты участвовали, те люди, которые раньше были замечены на Куликовом поле, в том числе во время событий 2 мая, что неудивительно, потому что это все контингент пророссийский. Так вот, в показаниях некоторых из них указано, что им легализовал оружие, оформил на них официально именно Дмитрий Фучиджи до событий 2 мая. То есть то, что вы видео, которое вы показали, где за спин сотрудников милиции стреляют, это, естественно, не совпадение. Но понятное дело, ты правильно сказала, что Фучиджи кому-то подчинялся, и, ну, в очередной раз хочу напомнить, что на тот момент, помимо того, что у нас был очень такой, скажем, не боеспособный, нерешительный губернатор, которого хотели сменить и сменили, у нас был смотрящий, который контролировал полностью силовой блок, СБУ, прокуратуру и милицию. И именно ему пришла в голову эта мысль вывести из подозрения весь блок прокуратуры, и они придумали, если помните, вот это совещание, когда отключили телефоны, якобы. Ну, то есть, чтобы потом объяснить, почему они не влияли на то, что происходило на Греческой площади. А Фучиджи — это был просто стрелочник, это человек, который имел отношение к общественной безопасности, который находился на улице все время. Естественно, кому еще... То же самое, как после событий 4 мая, все скинули на начальника ИВС, что полнейшая глупость, при том, что там находился Чеботай. И вот именно так к этому нужно относиться. Другое дело, что сам президент, приезжая в Одессу, упоминает только Фучиджи. Мне кажется, ну, нельзя настолько делать из нас дураков. А, зрозуміло, Віра. Дуже дякуємо тобі. Але все-таки останнє запитання. В тебе є оптимізм в тому, що все ж таки от буде ця доведена справа до кінця? Як ти говориш, що стояв за цим Чеботар, його теж покарають за це? І взагалі, чому він досі знаходиться на посаді заступника міністра внутрішніх справ? Чому його не притягують, не допитують по цій справі? Ну, я думаю, что нужно адресовать этот вопрос Шокину, дочка которого у нас работает в областной прокуратуре. С Чеботарем там, я думаю, что 4 мая произошел просто компромисс. Я думаю, что их шантажировали и с пророссийской стороны просили выпустить сепаратистов, а взамен угрожали, там, предположим, мы что-то расскажем, потому что там и Кира Толстякова, твоя коллега, может подтвердить, и там Сергецкого, которая там находилась, что то, что там происходило, это был разыгранный спектакль. Там люди, находясь внутри ВВС, знали, что их выпустят. Поэтому я бы разделила немножко роли там Сокала, Чеботаря, еще некоторых людей, Дубового того же, который был смотрящим, потому что каждый из этих людей преследовал разную цель. А поскольку сейчас у нас тенденция направлено в ту сторону, что, ну, грубо говоря, сейчас ты, сегодня ты в шоколаде, завтра тебя там могут предъявить подозрения, как произошло у вас с Бочковским. Я думаю, что в любой момент и Чеботарь, и Сокал может оказаться за решеткой, опять же, в виде какого-то стрелочника, как это было с Фучиджи. А что касается оптимизма, я бы хотела просто добавить к тому, что говорил Сережа передо мной. Понимаете, дело даже не в том, пройдет ли все мирно, я думаю, что скорее всего так и будет. Но то, что происходит сейчас на фоне, вот обратите внимание, там мои коллеги будут делать марафон целый день, да? Я думаю, что это будет самое приличное, что мы можем увидеть из Одессы. В целом, меня очень вообще... там, скажем, тех людей, которые любят Одессу, я бы так сказала, очень расстраивает то, что это в принципе превращается в шоу. Потому что представители оппозиционного блока собираются проводить на Куликовом поле 2 мая встречу с избирателями. «Свобода» официально заявляет, что они будут праздновать 2 мая тоже на Куликовом поле. Мне кажется, что этим всем людям нужно прийти к тому, что все-таки прийти к уважению к умершим людям, к душам, которые мучились очень долго. И просто понять, что каждый должен скорбить о своем и не называть там одних или других людей героями. Вот и все.
Может быть, тогда мы помиримся. А что касается следствия, у меня совершенно нет никаких на них надежд. Я думаю, что каждый должен делать свою работу. Я бы хотела, чтобы журналисты как бы тщательно обращали внимание на то, что можно уже видеть, извините, в открытых судебных заседаниях. Потому что я там сижу одна порой. Угу. Ясно. Дякую, Віра. Віра Запорожець дуже детально нам розповіла про всю справу, яка стосується 2 травня.